партнеры все просто делают здорово, отдавали. Как играть с Пашей? Да я говорил уже много раз здесь со всеми, отлично играть. Такое ощущение, что с первого... Паша, сами знаете, не, он действительно, такой, да, кто это с... человек да, такой. Что с первой же смены просто кайф начали втроем ловить, просто это взаимодействие. Не выпускали их в зону. Ну, сегодня вся команда здорово играла. Молодцы сегодня все. Но есть куда, конечно, улучшаться. В такое ощущение, что как будто ты всю жизнь на Олимпиадах играл. Да нет, вам так кажется. Четыре гола в двух матчах, хет-трик сегодня. Я говорю, партнеры просто все здорово, давайте. Кепок не ожидал на льду, ни одной не кидали. Нет, может, не видели, что я забил три, может, вы только знали. Шапка какая-то полетела вот из сектора, где там родители есть. А, ну я не знаю, я не видел. Кому бы хотел посвятить этот хет-трик? Всем болельщикам, близким, родным. Кирилл, после счета 2-0, какая мысль промелькнула в процессе, если не с матча с Словакией? Нет, если честно, не промелькнула. Наоборот, когда первый гол забили, сразу полегче стало. Потому что в начале периода были моменты, но мы не могли забить их. Уже все сравнивают вас с Толванином, смотрят, кто сколько больше забил, отдал. Как вы с ним еще знакомы? На матче звезд вроде с ним так. Ну, я так, да, с ним так. С моим английским я его почти не знаю. Так, привет, привет, и все, how are you? Сильно вы много потратили, учитывая завтрашний матч США. Сильно вы на ритм потратили? Да мы каждый матч настраиваем. Сейчас также надо отдохнуть и готовиться уже завтра. Забыть этот матч. Спасибо тебе. Разбор полетов серьезно был после первого матча? Насколько был? Он всегда серьезно. Кирюха. Марат перейдет.